В Люберцах распахнул свои двери первый в Московской области маммологический центр. Пройти в нем обследование и лечение смогут женщины со всего региона. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии и узнала подробнее о работе нового медицинского центра. Мы сейчас с вами будем проводить исследование молочных желез на выявление раковых образований и для профилактики молочных желез. Для Елены Максимовой это привычная ежегодная процедура. За своим здоровьем мама четверых детей следит тщательно. Сегодня ее обследовали на маммографе нового поколения. По словам пациентки, по сравнению со старым аппаратом, небо и земля. Сама процедура, она абсолютно безболезненна. Это комфортно. Это старым аппаратом было, конечно, немного больнее, а с новым аппаратом все абсолютно по-другому. Безболезненность для пациентки не единственное преимущество нового маммографа. В отличие от своих предшественников, он способен выявить патологию на самых ранних этапах. К тому же это цифровой детектор, малодозовый. Кроме скрининга, это профилактическое исследование, здесь очень много новых функций, такие как биопсия молочной железы, как томосинтез, контрастирование тоже при помощи контраста молочную железу можно исследовать, дуктографию. Теперь в структуре Люберецкой областной больницы создано отдельное звено для диагностики и лечения заболеваний молочной железы. На базе Центра амбулаторной онкологической помощи открылся маммологический центр. К работе готовы все – и врачи, и оборудование. Работают в центре высококвалифицированные специалисты, мультимодальные специалисты, в том числе и онколог-гинеколог. В оснащении центра ультразвуковой аппарат с интраоперационным датчиком. Данное оборудование позволит диагностировать новообразование молочной железы, в том числе и брать биопсию и проводить патоморфологическую верификацию вида опухоли. Самый глубокий смысл носит и само название – маммологический центр. Это сейчас такая стандартная процедура, которую нужно проходить нашим женщинам. Чем больше пройдет раннее обследование, тем меньше будет проблем со здоровьем. Поэтому мы призываем всех не бояться, приходить. Проходить обследование необходимо всем женщинам старше 40 лет. Попасть на процедуру можно без предварительного визита к терапевту или гинекологу. С августа в Московской области действует услуга самозаписи на маммографию. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.